Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг лисицы выбегают, номер зайца набирают, говорят: конфуз случился, ваш счет в тыкву превратился. Его вскрыли злые волки, догонять их нету толка. Но мы можем вам помочь, если справитесь точь в точь, нам назвать ваш номер карты и три цифры на обратной стороне. Тогда, быть может, это вам вернуть поможет. Ваши денежки на место, в банк на счет, все будет честно. Заяц было рот открыл, но медведь тут проходил. Он услышал, что зайчишку обмануть хотят воришки. Мигом к зайцу подскочил и смартфон его схватил. Зарычал им страшно Мишка: «Я достану вас, воришки!» Лисы трубки побросали, в лес дремучий ускакали. В этой сказке есть мораль. Никогда не называй никому по телефону, домофону или смартфону ничего про личный счет. Номер карты, карте код, коду паспорт или логин к паролю ни-ни про токен, где хранится и к чему ничего и никому.